Здорово тебе, дружище! Мы с тобой сегодня будем вместе тестировать мои новые наушники, которые я только сегодня купил. Я читаю твои комментарии все. Ты мне пишешь частенько, что качество звука у тебя не очень хорошее, ты реально крутой чувак, типа, но у тебя очень плохой микрофон, поэтому из-за этого не очень приятно слушать. Я прислушался к себе, братан, и я таки купил их, и я надеюсь, что теперь будет совершенно все по-другому. И давай с тобой протестируем на примере 9-й миссии, такой вот очень атмосферненькой. Плюс ко всему, я еще буду тестировать это в модификации Modern Mod 2.0, по той простой причине, что я хотел еще ее тестировать давно. Тут новое же оружие, вот. Я думаю, что идеально совпали моменты. Вот, смотри. Блондин Томми Анджело с боевым дробовиком идет выручать Сэма. Ой, блин, какие классные наушники, обалдеть. Тут стереозвук, я себя слышу не так, как я слышал себя в тех наушниках дешманских. И я таки рад, на самом деле. Плюс ко всему, у меня уши не устают. В прошлых у меня вставали, у меня болели даже уши после часа записи. Тут же совершенно все по-другому. Звук ощущается совершенно невероятным образом. Смотри! Охренеть! Вместо старого болт-трека тут вот тебе, смотри. Петербилд, по-моему, если я не ошибаюсь. Так. Ну, кат-сцена, конечно, та самая. Стар. Ах, вы мутни. Ах, вы муть! У меня же Моссенберг. А, тихо. На тебе. Да что ж ты не сдохнешь? Чувак, ты так пытаешься меня убить, но у тебя ни черта не выходит. Ладно, за старание плюс ему. Фух, так, патрончики, патрончики. Давай, Томми. Или как тебя звать-то, блин? Имидж полностью сменил, чувак. Так. О, смотри. Джелк Дэниелс? Ящики Джелк Дэниелс? Это, по-моему, если я не ошибаюсь, Джелк Дэниелс — это бренд какого-то хорошего виски. На тебя. Че это у тебя тут? Пистолет сглушить. Че? А почему написано MP5, а это пистолет с глушителем? Так. Смотри, аптечка совсем другая. Так, спас 12. На тебе. И вообще, дружище, если тебе понравится вот новые скины врагов, новые звуки, новое оружие, и ты хочешь, чтобы я прошел все геймплейные моменты игры, все самые такие захватывающие экшонистые моментики, то ты мне скажи, я для тебя сделаю, мне вообще не трудно. Наверняка ты соскучился уже по мафиойке. Наверняка соскучился, но признайся. Я для тебя с удовольствием это все запишу. Бери это. Так, кто там еще хочет? А у меня спес 12, у тебя тоже спес 12, да? На. Он, наверное, так ошалел, говорит: где мой помповый дробовик? Какого хрена у меня какая-то пушка из будущего? На тебе. На тебе. Да хорош тебе. О, смотри, даже выглядит совершенно... Блин, они полностью изменили вообще. Многие критиковали Modern Mod 2.0, типа он не аутентичный, типа он ломает атмосферу 30-х годов. Ну, блин, дружище, ну нормально все тут. На самом деле, уже многим из моих зрителей, возможно, приелась эта эпоха, поэтому нужно вносить какие-то разнообразия небольшие. Ах, подбили Петербилтик! Ну что, я думаю, что для тестирования этого хватит. Спасибо тебе за внимание, дорогой дружище. Отписывайся в комментариях, как тебе новый звук. Лучше ли стало или осталось на том же самом уровне. Пока-пока, удачи и успехов тебе.